Главной темой обсуждения сегодня вновь стала погода. Казалось бы, долгожданное потепление на деле обернулось серьезными проблемами. Республику окутала метель. И как следствие, многокилометровые пробки в Казани, которые интернет-карты оценивают в 9 баллов. Из-за снежных заносов дороги стали едва проходимые, а ветер порывами до 25 метров в секунду значительно ухудшил видимость. Ограничили въезд большегрузов в столицу. Прерванным оказалось и авиасообщение. Несколько рейсов не могут вылететь из Казани. Аэропорт также не может принять самолеты. Они пережидают непогоду на запасных аэродромах. В Нижнекамске из-за обрыва без электричества остались 4 населенных пункта. Тем не менее, ближайшие прогнозы синоптиков все же более оптимистичны. Потепление продолжится, а ветер постепенно будет стихать. Температуры постепенно повышаются, и вот в предстоящие сутки, значит, ожидается их дальнейшее повышение. С вечера еще 7-12, к утру повысится до 3-8 градусов мороза, и завтра в течение дня дальнейшее повышение до 1-6 градусов мороза.